поселке вот росла огромная яблоня, огромная. Вон пенек остался. Я ее спилил. Ух, большая была. И выросло сколько вон? 4. Вон там пошло. И 2 вот тут. Огромные. Ну, поросли было много еще. И вот здесь, везде. Да вон там еще тянется. Но я ее поросль-то, понятно, убирал, и еще убирать придется. А вот эти вот 6 стволиков мне все-таки захотелось привить. Яблоки хоть были, ну, сносные, но желают быть лучше. Один стволик оставлю родной, опять хочу перепривить. Но уже большие, вон, вон крона. Вот это все надо убрать и только одну оставить. Вон они у меня проволокой связаны. Сейчас попытаюсь что-то с ними сделать. Начинаю что-то с ними делать. Сначала уберем связку. О, эти я освободил. Ну-ка. А эти, ух, эти 4 тоже освободил. Берем пилку и безжалостно спиливаем. Спилили. Ага. Эти 4 мы спилили. Вот эти тоже спилим. Зачем нам это? Все мешается. Все безжалостно убираем. Здесь вот еще одна. Ага. Здесь что мы? Оставляем вот эту. Поэтому это спиливаем, это потом все уберем, это уберем. О, спилили, все безжалостно спиливаем. Если мы привьем, а эту оставим, то она в рост пойдет и загубит все прививки. Поэтому ее тоже придется немножко спилить. Вот этот спилим. И этот, как водится, вот так вот мы напилим. Нет, вот так. Безжалостно обкорнали, называется. О, осталась красавица. И это осталось. Понадобится или нет? Берем черенки. О, опилки стряхнем.
идет только движение или нет. Очень-то я не знаю. Вот я черенков несколько привез. Если у меня 7 черенков. Ну, куда-то привью и 2, а куда-то по одному. Берем острый ножик. Смотрим, что же мы будем делать. Можно заклару, можно расщеп сделать. Вот попытаемся. Заклару идет или нет. Да ничего, нормально. Вот тут мы делаем. Вот вторую. Главное самому еще не порезаться. Вот. Очень интересно. Ага. Только движение у всех не идет. Вот тут идет. Вот тут 2 буду делать прививки. О, процесс такой. Здесь тоже 2. С одной стороны и с другой стороны. Ого. Что-то не идет. Угу. Верхушечную почку всегда срезаем. И... Ай, у меня даже улетело. Это я давно как бы не делал. Процесс первый идет. В деревне я нынче еще ничего не прививал. Там холодно. Да, это яблоня очень твердая древесина. Вот срезаем. Главное совместить камбий. Камбий. Берем довольно-таки маленькая штуковина вот получилась. Засовываем под кору, совмещаем камбий, берем ленточки. В интернете показывают, многие клейкой лентой прививают. Ну сразу видно, что люди с прививкой не знакомы или что-то так примерно слыхали. Главное им показать. А мы в натуре делаем. Главное, чтобы плотно подошло одна к другой. Вот одну привели, берем другую. Вот двухлетка, а здесь однолетка. Мы ее срезаем и кончик. О, хорошо получилось. Так, берем, вставляем. Сюда же мы еще одну сделаем. Нет, не такую. Вот такую. Верхушечную почку убираем, срезаем.
Вот за один срез не могу сделать, ага. А вот не лезет. Кора загнется, от нее тоже хорошего мало будет. Но срез должен быть ровный. Здесь, наверное, одной будет ленточки мало. Ленточки мало. Можно потом и вторую сделать. Вот. Ленточка. Чтобы клеенка была не очень старая. Если она старая, начнет рваться. Это ни к чему хорошему не приведет. Обсунул и зацепляю. У меня ленточек есть. Еще одну прицеплю для надежности. На этой мы две, на этой одну. Сейчас на какой? Вот на этой две-то мы еще хотели. Одну обрезаем. И... Ай, твердая какая. Вот так мы ее. Там ви. А, вот тут две. Не лезет она. Длинно. О. Нет. Да. Еще дальше. Конечно, так царапать не стоит. Но вот что-то она уходит никуда. Вот так. Прекрасно. Еще одну вот такую мы сделаем. Отрезали. Вот это мне что-то не нравится. По темноте сердцевины. Вот сразу видно, подмерзло растение. Или не подмерзла. Ну, хотя бы она не черная. Ай. О, вот эту хорошо я просадил. Но тут тоже несколько ленточек придется сделать. Потому что я ее одну ниже сделал, другую выше. Вот эту снизу. Буду на самом верху делать. Ну, обломили, оборвали. Теперь вот здесь. На самой верхотуре. Не знаю, видно меня или не видно. У меня ленточек много, я еще одну сделаю. Чтоб уж для надежности. Отрываем.
Осталось у нас еще две привить. Раз, два. Во. У меня яблони разные. Там белый, налив, там всякого. Какую-то вот верхушечную почку убираем. О, не очень получилось. Так, делаем. Маленькая. Да. От величины кривоя ничего не зависит. Может из маленького хорошего развиться. А может из плохого ничего не развиться. Вот. Сюда засовываем. Во. Прекрасно. Ну-ка, сможем одну ленточку зайти. Или не сможем. Ага, вот так. Процесс идет. Никаких сложностей, но вот говорю, этими клейкими лентами, монтерскими, ну это сразу видно. Люди далекие от садоводства, или что-то они пытаются сделать, но не знают, в каком направлении. Шмургали. Ну, верхушкой, ладно. И сейчас... О! Пошел процесс. Да, вот. Ну-ка, ну-ка. Как у нас получится? А что-то не очень. Только движение вот на этой еще не пошло. О, вот так хорошо сейчас пойдет. Тут как раз и почка. И все, что душе угодно. Ага, вот эту я чуть уже даже сломал. Придется перепрививать. Здесь я ленточку. Еще одну. Вот это мне помешало. Потому что обычно делаю, ну что, на одну, один привой, один подвой. Что-то привьется, а что-то не привьется. Вот эту придется не перепривить. Вот тут что у меня получилось. Вот уберем, потому что она сломалась. Вот, я ее задел. Эту я так и оставлю. А здесь вот я ее перепривью. Процесс не пошел. О, маленькую сделаю. Иногда вот не хочет, то ты будешь делать. А вот не хочет и все. Камбий-то тут есть. Камбий есть. Все есть. Вот так вот это. Вон там. Воробьи чирикают. Весна. Вот. С прививками. Опоздаешь. Все.
Раньше сделаешь, тоже ничего хорошего. Я проволоку обратно мы вернем, чтобы они не расходились. О, вот это едино. А то их ветром будет качать. Вот туму тоже далеко, чтоб не уходило. Вот здесь даже привяжем. Еще самый главный вопрос, надо их закрыть чем-то. Вот. Завяжем. О, и чайки. Что я делаю? Обнимаю я. Закрыть надо пакетом. Вот здесь пойдет дождь, а может даже снег. И мы сделаем тепличку маленькую. Вот такую. Тут не обязательно, чтобы пакет был какой-то очень хороший. Но вот так мы сделаем, чтобы он был не очень дырявый. От срезанных стволиков будет испаряться сок. Привяжем. Вот эту мы привязали. Теперь и вон ту надо сделать так же. Тут одна, вернее, двойная. У нее тоже пакетиком вот так вот, легонечко. Закроем. Ну, сделаем мягко, чтобы этим не прорывало. Вот так вот. Обвяжем. Привяжем вот к этому дереву, чтобы там уж не создавалось каких-то мощных вибраций. Вот. Это мы все взяли. Где у нас пилка? О, прекрасно. Прекрасно. Ну-ка, прививочка какая у нас получилась. Вот здесь мы верхушку одной яблони оставили, хотя спилили верхушку. Ну, можно будет потом вот эту спилить, как она расти будет. Здесь одна прививка, вернее, два привоя. А здесь у нас 4, да, одна двойная, значит 5 на 4. О, прекрасно как получилось. Ну все, прививку сделали. Яблони теперь сколько? 7, да вон та 8. 8 разных яблоней будет с разными. Ну, что-то привьется, что-то не привьется. Не привьется, так. Опилю, а привьется, буду холить или леять.